с вооружением. Я так думаю, что да. Ребята, такая тишина, благодать. Мы только отъехали от города Северный, мы в Шопино. Вот здесь источник святой, и плавают два лебедя. Вот, два лебедя, уточки, и летают самолеты, гул стоит страшный, но они, видимо, высоко. Люди там, вот одна машина, набирают водичку из источника. Мы пока не нашли другого варианта, как приехать сюда. Немножечко отъехали от города. Собирались в сторону Курска. Но пока будем здесь тусоваться. Я из дома еще успела там какие-то пироженки взять. Заехали по пути в магазин, купили воды еще. Вот. Гул стоит страшный. Камера, может быть, так не передает. Лебедя. Стараемся не паниковать. Конечно, я с утра посеяла панику, но потому что мои глаза увидели то, что никогда в жизни этого не видели. Ой, не дай бог, ребята, это очень страшно. Вот. В общем, ну давайте спустимся. Да. Вон они, два лебедя. Пока здесь тишина, красота, как будто ничего и не происходит в мире. Мне тоже очень жаль, что происходит такое на Украине, мирных жителей. Я представляю, что они испытывают, потому что у меня, если честно, до сих пор ноги подкашиваются. Вот. Максим, я закрыла машину? Посмотри, я закрыла машину? Да? Ага. Вот. Открыла. Вот такой вот источник. Ну, наверное. Нет? А сейчас? Ой, господи, спаси, сохрани. Сереж, Сережа, здесь нельзя засорять ничего. Сережа, туда наверх. Ты что? А? Аккуратненько. Ушла от меня, Максим. Ой. Смотрите, какая благодать здесь. Чистейшая вода. И два лебедя. Неразлучники. Ага. У нас печеньки есть. Я не знаю, может быть, их и нельзя. Люди. Ну, я боюсь давать им что-то, мало ли. Чу. Они уже просят, дай что-нибудь покушать. Маша там аккуратней. Тут все цивильненько, есть раздевалочки, можно переодеться. Вот они, смотрите, как близко. Ой. Как близко, Маш, смотри. Ну да, можно. У нас все там осталось, печенье. Кошка даже ходит там. А им не холодно? Нет, они здесь всю зиму жили. Они же не разлучники. Два. Любовь. Лебединая, какие у них лапки. Плавники. Черненькие. И уточки ныряют. А им точно не холодно? Нет. У них перышки. Вот, вот это мальчик. Вот как ты знаешь. По носу видно. Смотри, какой у него нос. Сразу видно мужик. За добычей приплыл. Вот это девочка? Или это мужик? Не, вон девочка. Смотри, она благородная, да, более вот такая. Там по носу сразу видно. По клюву. Вот это пробка была на заправку. Там... Я такого еще не видела. Мы сейчас пробуем
ехать в сторону города, возвращаемся немножко прояснить всю ситуацию. Там Буся осталась у нас. Блин, мы ее дважды в машину пихали, она выпрыгивала и все. Но я боюсь, что мы в город не заедем. А, это на заправку, смотрите. На каждой заправке вот такая вот буча творится. На каждой. Подожди, Максим, я говорю. На каждой заправке. Занятия в школах у нас отменены. Но губернатор сказал, сохраняйте спокойствие, мол, все хорошо, все под контролем. Вот, там вот машины стоят в город. Короче, там пробка, Андрей. Может, по объездной? Но там близко граница. Вот кто фейки-то, значит. Людей, я говорю правду. Как есть, вот беру телефон, говорю, то, что я видела, не надо мне там писать комментарии о том, что это неправда. Не надо. Я своими глазами видела. У меня руки тряслись взять телефон и начать что-то снимать. Тут свою задницу надо уносить, детей забирать и все. Да, я поддалась, может быть, панике. Но, извините, я это первый раз в жизни вижу своими глазами, что такое происходит. Когда земля, извините, тряслась. Двери. У нас люстра ходуном шаталась. Андрей проснулся от звука, что люстра ходуном ходит. Наверное, ну, я вам врать не буду. Даже мелкая заправка и то в очереди. Мы сейчас едем в сторону дома. А, люди мне пишут, звонят, пишут, что вроде все тихо. Я контролирую всю ситуацию. Группа у нас работает тоже хорошо, слажена, наша Тавровская. Вот, поэтому в Вайбере все сообщения получаю, достоверная информация. Сейчас едем домой, хоть в туалет сходить. Кстати, я там переодела все-таки одежду и надела я трусы. Я говорю, кто-кто, а трусы забыла. Ну, а что делать? Я в пижаме была, люди, я сплю без трусов. Простите меня за такой смех и грех, конечно. Ой, сейчас пародия еще на меня. Там бомбежка, а Наташка без трусов. Ой, ладно. Надела я джинсы, надела, потому что была в каких-то штанах тренировочных, на пижаму все это нацепила. К черти как, вылетели пули. Ну, как-то, когда не знаешь ничего, а видишь только глазами, все это страшно. Вот. И как себя вести в таких ситуациях, мы не подготовлены. Вот. Да и лучше, и, конечно, не быть в таких ситуациях. И не переживать это. Школы сегодня мы не пойдем, конечно, никуда, на танцы тоже не пойдем. И, по-моему, у нас завтра тоже отменены занятия. Посмотрим. Следим за новостями. Вот это да, на заправочку, да? Это, кстати, у нас на выезде из Репного. Из Репного рядом Майский. Это выезд. Вот тут тоже поворачивают. Блин, аккуратно. Смотрите, сколько на заправку. Это что-то с чем-то. Да, люди стоят на заправку. Выезжают. Коллапс заправочный. Все выезжают, а мы домой, Андрей. Зеленский покинул Украину. Понятное дело. Вот на такой маленькой колоночке заправочки 92-й люди заправляются, и некоторые едут по встречке, вот стоят в очереди за бензином. А мы подъезжаем к дому, ребята, чтобы вы были в курсе. Вот над этими полями все это сверкало, у нас весь горизонт был. И вокруг нас, вот где мы едем, летают, к сожалению, не могу настолько приблизить камеру, это будет... фокус не поймает. Мы окружены вертолетами, военными летают. Кружат. Перестаньте писать, что это неправда, мы вам не верим, что вы говорите. Кто-то в это верит, очень много людей пишут, да, с других стран. Спасибо вам большое. И вы, конечно, тоже берегите себя. Не хочется этой войны вообще никакой. Но... сейчас едем, будем следить за новостями, конечно. Тихо, тихо, у нас грохот стоит, ребята.
Только сказал, что сейчас бомбанет. У нас так слышно грохот. Да это не грохот, это земля тряслась. А я не услышал. А я слышал. Я слышала, я сейчас только открыла вот. Слышны, слышны. Что-то четыре раза бомбанет. Да, 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 сейчас это, сейчас затишье, но сейчас были. Сейчас вертолеты прилетели, опять грохочет. Только что такой грохот стоял. Зеленский сказал, что ночью все начнется, и что Россия узнает, на что способна Украина. Сегодня ночью? А. Что же это такое? Боже мой. Ребята, только что опять летали вертолеты. Тихо, Максим! Говорят, Никольском гремят. Никольская вот там вот. Вот. Я видел, там украинцы снимали. В лесах. Тихо, Максим. Что вы думаете? Да вот, в наших. Вот, грохот стоит, слышите? Я не знаю, камера это, наверное. Вот там, мам.